Помню, Dark Souls на YouTube заливался, поэтому запись надо начать. Я уже забыл, как это делать, как заливать видео на YouTube. Здорово, Посидеус. Да, я же не жал. Как так? Короче, последний раз мы Dark Souls запускали в июне 2016-го. В конце июня 2000. Я сегодня вот пересматривал, думаю, а чё там? А чё там было вообще? Вот, а там, в общем, были лаги, просадка FPS примерно до 10, и, в общем, с боссами невозможно было сражаться, поэтому мы тогда забросили. Но вроде за целый год обновлений всяких понавыпускали, еще и дополнений понавыпускали, но у меня только одно. Ashes of Ariandel. Еще там Ringed City есть, но фиг с ним. Потом как-нибудь. Зарплату когда дадут. Сейчас вспомним, как бегать надо тут. Куда-нибудь пробежаться, что-нибудь поделать, проверить вообще. 600 на 800 это странное разрешение. Нет, оно не всегда влияет. Влияет чаще разрешение текстур, там вот эти всякие сглаживания, поглаживания. Да, поглаживания на лаги влияют особенно. Когда ты сидишь, а рядом кто-нибудь другой тебя поглаживает по коленочке, хотя ты дома вообще один, ты такой, че? И сразу сам лагать начинаешь. Почему я тут закрыто? Мне нужно проверить! Я хочу бить! Я забыл, как это делать. Ладно, пока кругами побегаю, сейчас еще. Угу. Чё-то тихо. Вроде было громко музыка, а теперь тихо, а музыка и... А ну. Вообще, где музыка? Это не то. А чё это? А, это послание. Не, не то. Кровь субтитров. Звук. Звук. А, музыка в ноль. Как так? С музыкой-то оно поприятнее. Мы вроде Twitch DJs всегда выключали на третий Dark Souls. Ну, пойдем, сходим тут, посмотрим что-нибудь. Кого-нибудь рубанем разочек. У меня вроде топор классный, он должен с одного удара рубанать. Блин. Как давно я тут не был. Тут все изменилось. Или нет? Трупик. Мы сюда спрыгивали, я помню, мы пытались очень долго сюда спрыгивать. Что-то такие подлаги-то есть, да. Да. Сейчас быстренько. А, вот парни сидят. Так, ну все, я вроде вспомнил. Можно идти босса бить. Мы остановились на боссе. Знаете, на каком? На боссе, который называется Доспехи Драконоборца. Дракона. Борца. Пойдем к кузнецу еще сходим. Главное его не рубануть случайно. Драконоборца. Укрепи мне желудок. Последнее время он что-то творит со мной. Шутки. Титанитовые чешуи нужны. Леонора! А надо вспомнить еще... Да, да. Смешно тебе. Я забыл, что жать нужно, чтобы оружие выбрать. Может, есть что-нибудь посерьезнее? Ну там. Ну там посерьезнее что-нибудь. Что-нибудь очень серьезное. Колесо, например.
Я еще бегал вот с этой фигней. Но он двуручный. И тяжелый. Где урон? А, вон, сила атаки. Сила атаки, так. Как только синенькое что-нибудь появится, значит, уа. Но он тяжелый. Это у нас. О! Но он тоже тяжелый. Магия. Где была магия? Ритуальное копье. Здорово. Но нет. Оно скейлится от магии. От веры. А у меня вера не вкачанная. О! Это у нас стоит, да. У меня в левой руке стоит, да. Я сейчас про Dark Souls, если вдруг кто-то что-то неправильно понял. Священное пламя. А как оно работает? Блин, опять искать каких-нибудь раков, чтобы проверить, как работает священное пламя. Откройте туман, пожалуйста. Здорово, Wayfarer! Здорово! Здорово! Привет. Так, хряпнем. Ну! Откройте же, Спасибо. А почему обязательно вот отойти нужно, чтобы открыли? Так, так, так. Надо кого-то слабенького найти, на нем проверить. Лишь бы этот слабенький меня... Слабенький. Не убил. Как это бывает, когда ты забыл, как играть в Dark Souls. Извините. Извините, подождите. Вы что делаете-то? Так, все. Хватит баловаться. Щит убрал. Я тут проверяю, как работает вот эта штука. О, ах ты ж, нифига! Это, короче, за сосочек как схватил, как скрутил, что аж пламя и низверглось на души грешников. Вот это да. Но, блин, это надо успеть схватить за сосочек. А если еще как бы, ну, когда ты одетый, там не всегда видно, где у тебя сосочек. Поэтому могут возникнуть проблемы. Вот сейчас бы разбиться еще, пока падаешь. Здорово, Алекс Факт. Привет. Удачного рабочего дня тебе. Да я сам в шоке. Я просто тут недавно плойку запустил. Которую тоже с полгода не запускал. Такой смотрю. Вот так примерно. Такой, у меня же Bloodborne есть. Так, надо срочно идти проходить Dark Souls. И потом Bloodborne. И потом. И что-то. О, оценку. И потом еще что-то. Блин, а когда мое послание получает оценку, оказывается, хп... Потом суп с ведьмаком. Да, да, точно, еще суп с ведьмаком. Так, мы тут в замке Лотрика остановились. Ой, моя нелюбимая локация. Меня там убивают все время. Вот самый первый этот товарищ с щитом и копьем, он такой хрясь и все. А я ему в щит хрясь, а ему пофигу. А еще Dark Souls 2, там дополнение я не проходил, надо бы тоже побегать. Платину в третьей части выбить. А у тебя... В смысле, в Стиме все достижения получить? А что-то у нас ноги элегантно так ходят. Мы за же женщину, да, играем? Тогда все понятно. Вот тот вот товарищ, вот. А, у него меч, у него не копье. Мы сейчас к нему потихоньку подойдем, и вот это священное пламя ему засунем поглубже. Чтобы ему понравилось. Чи-чи-чи. Вон у него глаза горят, видите? Чи-чи-чи-чи.
успел. Ну, ему не очень. Да какого фига я тебя бью? Почему тебя не сбиваются эти штуки? Ай. Ай. Да блин, еще и у стены зажал. Ого. Не, ну это заявка на победу. Ну, не вов, не у меня. У меня все плохо. Я же ожал! Я нажал прыгнуть вперед на него. Я нажал у ворот. Да ну нафиг. Я вот так вот нажал, а он почему-то не прыгнул, а она. Ох уж эти женщины. Их просишь, типа, ну прыгни, чё ты? Ну прыгни, давай, увернись. Она такая, нет, я принципиально не буду этого делать, потому что ты мужлан обнаглевший. И вообще... И вообще я не вижу кольца на своем безымянном пальце, поэтому иди-ка ты нафиг. Я отказываюсь прыгать. Я свободная независимая женщина. Ну три удара-то, я отскокнул, нормально. Ой. Здорово, Сайлент! Сайлент! А ну-ка, он умеет вокруг дерева? Что? Блин, я застрял. Вот это я неудачно застрял. Это очень неудачно. Блин, мне кажется, пока я не научусь с ними биться. У него что, автоприцеливание стоит? А чё, нельзя? Пойду засуну опять ему руку. Проверочку сделаем ректальную. По бырику. О, лол. А с какого перепуга сейчас бэкстаб был, я вот, честно говоря, я, ну, мне обидно сейчас за моба стало. Я вообще сбоку был. Хитрит ты, пес, вообще. Давай кишки свои. Ну, можно было не сейчас хиляться, но... Я сейчас заулыбался, потому что вспомнил, что тут в подвальчике сидит одна тварь, которую я так никогда и не побеждю, наверное. Побежали, нам-то чё? Нам главное вспомнить, как у воротами пользоваться. Смешно. Я посмеялся. Ну, блин, они не исправили. У них стрелы сквозь стены летают. Ну, что это? Это нормально вообще? Типа, так и должно быть.
Бежал, что ли? Пойду книжки почитаю. А, не, не почитаю. Тихо, он меня не видит. А у меня есть инвиз? I'm ready to fight. Хош! На один удар не хватило. Ёпараса, ты чуть не помер из-за этого. Я вообще, кстати, сегодня думал первый Dark Souls запустить. НГшечку. Потом подумал, блин, я ж с ума сойду. Я уже забыл, что там где находится. А там два рыцаря таких, которых я победить не могу. Вот здорово, не правда ли? Проверочка, проверочка. Ну какая-то она такая. Непрокаченная какая-то проверочка это. Бица! Я скучал, скелетик. Ой. Я вот не скучал только за теми большими скелетиками, с копьями и с щитами. Почему-то я не могу с ними разбираться. Не могу подобрать стратегию. А еще я не скучал вот за этой фигней, которая тут внизу стоит. Она большая, ледяная и сильная. А, книжки бронированные, понятно. Да, Пика. Здравствуй, D1991, мэн. Ой, как же я не скучал еще за многими вещами здесь. За некоторыми скучал, за некоторыми нет. Можно просто наверх пробежать, да? А вдруг тут что-то... Не, надо потренировать... Ой. Там он с копьем еще ходит. Слышь, тебя набафали. Самый умный, что ли? Почему так много урона? А, да ну тебя нафиг, не, подожди, да пошел ты. Вот здесь, там два хиллера стоит, вы что, с ума посходили там, что ли, в своем Лордероне? Или где мы это находимся? В Калимдоре. В... Вот, давай, своих руби. Меня нечего рубить. Я солнце восславляю, между прочим, стою тут. Смешно, но пошло. Так, короче. Ребята. Вот ты. В кафтан себе поколдуй. Нет. Пусть вот тот в плаще сначала подойдет. Тихо, тихо, тихо. Или не тихо? О, о, о.
Ой. Ну все, теперь давай. Я готов. У тебя никакой поддержки нету. Саппорты мертвы. Все как надо. Я не туда бегу почему-то. Почему ты меня пробиваешь и убиваешь меня? Это очень здорово. Слушайте, как быстро он это сделал. Я надеялся, что будет проще теперь. Привет, дикий. Да я только посмотреть. А прошлый раз получалось. Я до крыши там добегал. Я помню. Правда, на мне наряд другой был. Тут я почему-то понапялил на себя этих доспехов кучу. Возможно, они губительно на мне сказываются теперь. Вперед! Вот тут босс. Я помню, он лагал. Тут лифт какой-то. А тут что? Там еще что-то. А где лестница? Лестница должна быть где-то. О, нашел. А вот те пацаны сквозь крышу стреляли. Это я тоже помню. Ну, в смысле, вспомнил. А что за приседание было? Выглядело здорово. В текстурку провалился. А если еще так сделать? Ну что, пойдем попробуем с доспехами побиться. А куда лифт? Может, тут easy way out есть? Костерчик какой-нибудь. Прям рядышком, чтобы так хоп и костерчик. И не в ту сторону смотрю. Нет, это не то, куда я хотел попасть.
Хотя, возможно, там где-то костерчик рядышком. Угу. Так, ну надо еще понимать, что вот сейчас, если... А почему если? Что мы сейчас проиграем, души потеряем, и как бы, ну, надо не привязываться к этим 21664 мертвых души. Душам. А, точно, надо аккуратнее, извините. Я же увернулся! А он разбегается и бьет. Ты давай заряжай свое копье. Блин. Да все, умер, успокойся. Я думал, пока он будет заряжать там, ну, вот эту свою атаку двуручную, я успею фласочку выпить. Да не, легкий босс, так-то. Если на середине его ХП кто-нибудь еще не прилетает, конечно, и не начинает жохать, они вдвоем потом жохают по всей округе. Огнем каким-нибудь праведным. Это реагирует на кнопку долго. Или мне кажется? Может, на мне брони много? Ну, голым-то я его точно не победю. Я же не из этих хардкор-плееров, которые разматывают боссов. Я только подобрать. Я уйду, правда. Все, я домой. Ничего себе. А, вот на треть... Блин, выносливости вообще не хватает. А, это сложная атака какая-то. Подожди, я попью. На! Поляхи, получил, пес! Я не увидел просто, куда прыгать. Вы там сломали, между прочим. Туда упасть можно. Знаете ли? Лучше бы я упал, кстати. Вдруг там секреточка. Да ничего так, вы, Фарер. Нормально. Работаем. 7 дней в неделю почти, что вот... На этой неделе 6. На сегодня отпросился. А чё у меня выносливости так мало? Или мне типа раньше хватало? Ябадабаду! Ай. Ну вот это вообще не ябадабаду была, которую я хотел. Которую мы все заслуживаем. Ябада-бада. Ну, 5 дней в неделю на обычный... Ты чё бежишь за мной? Вали отсюда! Алло! Ты же не бежал сюда! Уходи! Ты что, дурной, что ли?
Ой, мама. Так вот, значит, 5 дней в неделю на одной работе и по выходным на другой. Еще и по пятницам, по вечерам иногда работать приходится. Вот так вот. Не хочу туда. Пойду порублю кого могу хотя бы. А то как-то что-то совсем все плохо. Надо вспоминать, как рубить. Совсем все забыл. Абсолютно все забыл. Вообще, это какой-то кошмар. Что за унижение? Да ну какой миллионер. Да как ты успел в меня попасть вообще? Да не так, кнопка! Тяжело с этим мечом. Я же такой проворный. Все равно тяжело. Надо одежду менять. Да, двуручки не для меня. У меня проблемы с реакцией. Нож мясника же хп восстанавливал, да? Блин. Как смотреть там? Крестик! Прямые удары восстанавливают здоровье, да. Нормально, нормально. Сейчас буду побеждать. Все. Билд на победу. Лучше бы они стамину восстанавливали. А это случаем не челики с черной жажей внутри, которые сейчас такие превращаются? Да.
Но они не сильно такие адекватные просто, поэтому не очень хочется с ними связываться. Так, там два рыцаря. Я туда, кстати, не ходил еще. А надо ли мне туда ходить? Непонятно. А здесь у нас ящерица. Стоит там. Можно ее сагрить и убежать, как последняя. А, это не ящерица. Почему я подумал, что это... Мама! Они меня бьют! Чё она резвая-то такая? Фига себе, она морозом все ломает. Так, стой тут, я сейчас лук возьму, подожди, принесу лук. Будем с тобой жевать лук. Стрелы есть целых 42. Лук, значит, лук, арбалет, лук. Лук, какой-то лук был норм такой, ничего такой. Нормальненький. Так, вспоминаем. Ой, в попе кончились стрелы. Не, а цель-то как? Ага. Нет! Куда ты поползла, тварь? Ой. Да, ты слыхала? Кто-то стреляет. Господи, кто это может быть? Какой кошмар. Ой. Ух ты, подмышка пролетела. Эх, надо было лучника прокачивать. И не переоценивать свои возможности. Да-да. А, кстати, эритильская рапира. Или эритильская. Ею надо сзаду подходить, да, как я понимаю? Вот там крит-атака 110. На целых 10% больше, чем обычно. О, красивенько. Хлоп. Пойду попробую на ком-нибудь. Сначала хряпну. Да ладно, в Стардю Валли.
в WoW кто-то наигрался и все, и не может играть в другие игры. Так, сундук. Ты чё там, живой, не? Вроде не дышит. Так, сундук, вот это точно живой. Вроде тоже не дышит. Ага, еще сундук. Не, вот кто-то из этих трех сундуков точно мимик. Вот это как пить дать, точно вам говорю, стопудово, а процентов 70. Вот это живой. Так, подождите, тут еще что-нибудь сундук? Какие хитрые сундуки. Вроде все нормально. Щит дерева духов. Так, все в порядке. Все в порядке. Ну давайте без таких спойлеров. А то так вся напряженность выбора сундука теряется. Мимик, я боролся тут с мимиком на верхнем этаже. Выше точно есть. Я запись смотрел. Там был. Я забыл, как тут секретки открывать. Просто крестиком. Или надо протыкать стены насквозь. Ну да, да, это ты молодец. Это я тебя хвалю. Это все правильно сделал, молодец, ага. Так, ладно, пойдем к той черной жиже спустимся. Не, не хочу к той черной жиже. Давайте еще кого-нибудь потыкаем просто. Можно мне еще кого-нибудь просто потыкать? Не хочу к черной жиже, она страшная вон. И агрессивно настроенная. Вообще, что это за скверна такая? Простите, мне некогда с вами возиться. Я на самом деле забыл, почему они появились. Вот эти черные жижи. Так, кого бы найти, на ком оружие попробовать? То я не в курсе вообще, оно норм или как бы... Нет. Ну, для меня сейчас любое оружие нет, не норм, потому что кое-кто забыл, как играть вообще в Dark Souls. Не будем показывать пальцами, окей? Потому что я думаю, все об этом знают, кто именно. Не, ну пустые доспехи протыкают, значит норм.
Значит, все хорошо. Все хорошо. Ой. Ай. Сейчас бы из четырех ударов только одним попасть. Успех просто. Как я к боссу пойду? Мне стыдно. Омода. Хотя, хотя или не хотя. Вот эта ж рапира, она замедляет, да? Ну-ка. Где мой любимый моб? С которым у меня всегда проблемы. Ну, типа морозная свежесть, все дела. Ну там же морозяка была нарисована. Ой. Ой. Вон, видишь, такой холодец, молодец. Ой, а чё он в бок бьет? Почему я так не умею? Ой, лучше б я в WoW играла. Меня уже печет просто все. Где мои криты, японский городовой? А, ну конечно, там у него осталось 10 хп, вот и теперь возьмите, подержите свои криты. Спасибо, я вас благодарю. Такие колющие мечи жаловали рыцарям-легионерам Холодной долины. Оружие окутано стужей и вызывает обморожение. Эти рыцари, преследуемые взглядом черных глаз понтифика Салливана, рано или поздно становятся чудовищами. Навык «Дробитель щитов». Тщательно прицельтесь и атакуйте мощным выпадом, чтобы пробить вражеский щит и сразу же нанести урон. Сразу же. А с щитом также работает? Ну понятно тогда. Не наш метод. Где моя Элеонора? Элеонора плюс 3. И это только размер. Фу, жарко, однако. Опять к боссу идти. А там чё?
Бежит рыцарь за нами. Тут может где-то костер просто рядом с боссом. Ну хотя он и так вроде как рядом с боссом костер. Здесь я бегал, вот сундуки открыты. О, балкончик. Слушайте, а тот рыцарь ломает вот эти вот, да, штуки? Баребрики. Мне вот интересно, его столкнуть оттуда можно? Каким макаром это сделать? А тут крыша такая обворожительная, на нее, наверное, спрыгнуть можно. Кстати, ну да. Тут прям текстурка, видно, криво наклеена. Открывайся. Или это тролли... Не, ну правда! Что это за магия? Окей. А вот у этого босса весь мост в нашем распоряжении? Я думаю, может к нему зайти и туда подальше пробежать? А он меня потеряет и такой, ну ладно, пойду спрыгну с моста. Там что-то зеленое горит в лесу. Впереди требуется смотри внимательно. Хорошо. Смотрю. Внимательно впереди. Чё, какая-то надпись? Может быть, это устройство, так что осторожно, палец. Может быть, надо поставить отметку хорошо, да. А то вдруг это действительно осторожно, палец. А, оно не работает. Нужен палец, в общем. Наверное, придется взять палец у рыцаря, потому что ну, никто другой здесь пальцев не оставляет. Точнее, это даже не рыцарь, это доспехи живые, наверное. 4 фляжки, хватит нам? Да хватит, япономать, чё нам эти... Рыцарь этот, да? Я хочу проверить, извините. Я просто сюда пробегу и погляжу, что у вас здесь. Все, вижу, что ничего интересного. Теперь можно сражаться. Ай. Извините, подождите. Ну ясно, в общем, мост, он как бы мост. Какие-то волосы у него жиденькие, небось еще и сухие. Надо ему маску, что ли, какую-то прописать. Я вот вспоминаю, есть ли еще что-нибудь, где можно покачаться? Такое ощущение, что я рано сюда бегу. Угу. Почти 100-й уровень, рано бежит он. Просто надо играть уметь. Да ну вот как? Ну вот как вообще?
Если с обычными рыцарями не могу справиться, это вообще кошмар какой-то. Позорище. Вейфарер, нужен твой совет срочно. Где можно пофармить душ? Что, до конца, что ли, будешь бежать? Ты же вроде не из таких мопцов. Не, ну до босса мы с тобой, конечно, бегали. Но дальше-то. Ну, давай посражаемся. Что-то током ударило. Похилял. Теперь умри. О, еще один хилятор. Это ж опять сейчас проблемы будут с этим рыцарем. Нафиг, нафиг. Или не нафиг, не нафиг. А туда наверх я могу подняться же, да? Нет, не могу, это там. Не понимаю, куда. А, все, я понял, куда это. Это здесь надо проходить. А точнее, вот здесь. Здесь я проходил, я здесь дверь открыл. А как? Через низ. Через какой-то из низов. Чё криты такие маленькие? Я не в солнечном коменанте. Смысл мне оставлять эти записки. О, записки. Медальки. Внизу я тут тоже был. Спрыгивал, бегал. Вверху скеледроны тусуются. А, во. Нет. Ну, в любом случае, можно всегда включить
повышенную передачу и убежать. Главное, табуреты разрушить. Послание? А где лучники? Осторожно, лжец. Действительно лжец. Не, ну а чё? Надо пробовать. Есть какие-нибудь сеты с пассивными способностями? Ну, типа, чтобы ХП, ой, нет, не ХП, стамин быстрее восстанавливалось. Ну, допустим. Пять ударов. Два удара, отступаем, да? Подожди. Да блин, стой. Я-то думал, как бы я же сзаду стоял-то. Ну а оно что-то не сработало. Ой. А ну, жахнуло так. Как больно. Прям, пщу, так. Задело. Видимо, не совсем сзаду стоял. Кольцо вроде у меня стоит.
Кларанти. Травяной щит, он просто пробивается, я поэтому его не ношу. Хотя, с другой стороны, меня что так убивает. Ну, давай вот так сделаем, конечно. С травяным щитом попробуем. У него-то все равно не чисто физические атаки, да, а еще и электрические. Попробуем. Не хочу ни с кем биться. Давайте так, пробежим. Ок, 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 ок. Ну, вроде они согласны. Ой, ну давай еще разочек. Держим дистанцию. А потом сокращаем, сокращаем, прыгаем, уворачиваемся, бьем, мимо, сокращаем. У меня это, что-то другое сократилось, по-моему, только что. Да я же жал, ну блин. О, вот это я, конечно, да, надо запомнить этот удар щитом. Сосредоточились. Хрясь. Бабась, на всякий случай два раза прыгнул. Времени на удар не было, в общем, времени на удар. Извините. Ой, это был удар по морде. А это прям по лицу. Можно встать уже, нет? Ёпа! В смысле, Мида, здорово! Чё? Так, сейчас так. Ну, в принципе, уже лучше. Уже лучше. Ну вот если бы не рыцарь. Взял, ударил. Бессовестно. Залили флакон в шлем. Можно биться. Все. Сейчас я подниму и поехали. Да, все. Осторожнее. Ой, а ты же по-другому действовал. Что ты творишь-то? Ой, Скотт. Я не успеваю. Ты что-то резвый стал. Чересчур. Обиделся, что я фляжку выпил перед тем, как к тебе зайти. Эки ты обидчивый. А, ну да, тогда понятно. А-а-а!
Да, блин, опять. Погоди. Челик, погоди, я попью. Мне надо 55 фласок, чтобы его победить, мне кажется. Немного я не видел. Оп. Блин, ну сейчас хотя бы не лагает. Год назад это вообще ужас был, я вспоминаю. Неожиданно! Ой, подожди, постой. Ты бы хоть предупреждал, что ты такой... Ой, я сейчас буду новыми атаками атаковать, ты мне треть хп снес так-то. Мне слышится или что-то происходит? О, блин. Что это такое было сейчас? Это дракошка там стрелял, что ли, этот? Мама мия, Дева Мария, Санта Лючия. Блин. А можно как-то без поддержки этих драконов? Я вон вижу, он заряжает там что-то. Так что я побежал? Нет, не побежал. Ок, 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 ок. Здорово, Мас. Мак, Мас. Мас, Мак. Привет. Да, добегался. Или отбегался. О, кстати, там на Good Game косяк был. Я не мог название сменить. Судя по всему, до сих пор этот косяк. Потому что у меня висит, что я играю в World of Warcraft. А я уже не играю в World of Warcraft, я играю в Dark Souls. Можно мне это как-то исправить? Дурацкий Good Game. Ладно. Не, а в смысле просто, когда ты на страницу стрима заходишь, там написано «Зубник играет, Зуперман играет в World of Warcraft». И там «Андуфалоре де Ланар» или как там, «Амбрузи Боре». Слушайте, может попробовать так? Я все равно щит не выставляю, да? Не, ну щит придает уверенность просто, когда он у тебя в левой руке, ты такой: «А, ну если что, нажму». Я, конечно, ни разу не нажал, но тем не менее. Ой, я четвертую... Пятая? Пять атак? Сириосли! Ой, в лоб получил.
Стой, стой, тайм. Сейчас, все, давай дальше. А что ты отскакиваешь? А? Боишься меня? Секунишка. На к тебе. Ладно, в щит я зря. Простите, в щит больше не буду бить. Раз вас это слишком так задевает. Да, сейчас опять прокосячу. Два раза. А. Ты можешь как-то поопределённей со своими атаками быть? Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не говорю. Ой, это я зря, да, зарядил. Как ты развернулся, пес? Не, ну вообще закрывает маленько, там чуть-чуть меньше дамага проходит, чем обычно. Слушайте, а коли я бегаю без щита, но он мне за спиной просто восстанавливает быстрее стамину, пусть висит. Вместо Элеонор мы поставим, которым я все время бегал. Блин, 73% будет, да? Больше расходует очков. Ну-ка, ну-ка. Ну попробуем, чё, попытка не пытка, господи. Ну что с нами? Ничего с нами. Правда, вот да, я очень медленно кувыркаюсь. И это плохо, надо что-то полегче. Так, значит, падшего не подходит. Падший, сколько он? 4,6 приблизительно, да, вот 3,8 и там, соответственно. Наемники, северный большой разбойник. Чародей нет. Мудрец, знахарь, клирик. Дева. Вообще зря я от шлема пляшу. Надо от Честа плясать. Рыцарь Понтифика. 7,3. Легенький достаточно. Допустим. 6 кг. По поводу мне... А по, у него если электричество, вон там, поглощение молния, получше. Надо на это, наверное, обращать. Хотя и просто атакой он сильно бьет. Ну, блин, катаринский доспех я не унесу. Храмовник уже тяжелый. Придворный чародей 13,5. Фиг его знает, молнией он бьет или нет. Когда щитом по лицу понятно, что не молнией. Так, придворный чародей и от них пляшем, да? Смотрим по молнии. 3,9 катаринские тяжелые. Крылатый рыцарь 3,8. Тоже тяжелый фильм. 6 кг, 1 кг. Придворный чародей. К примеру. 6. Тоже 8. Плюс защита. Блин, катаринский. Тяжелый. Ну, короче, придворный чародей, так придворный чародей, договорились.
А сколько получается у меня 52,8? Вроде норм. Ядрить! А я же еще и жить могу. В смысле, человечность скушать. Тогда же вообще будет классно. Ой, ты пока там зарядишь, я побежал, в общем. Четкое изображение? Это здорово. Привет, Вика. Или это был сарказм? Или нормально, правда, хорошо видно все. Ну вот надо просто уворачиваться еще уметь. По роже же ж, блин, жиж! Да еб... Дрить! Все, ГГ. Надо за чаем с ромашкой сходить, наверное, или с травами с какими-нибудь успокаивающими. Кто-то не может запомнить атаку. Кто-то. Я знаю, кто. Здорово, Кефандрий. Кефюндри, ты чё не работаешь? Да вообще слабый. Надо заново первые две части проходить. Год не играл, не могу вспомнить, как тут играть вообще. Сложная игра какая-то. Раньше легче было. Ха! Рубанул! Разочек. Ну! Вот в этот момент можно было бить. В этот момент надо было чуть... Никитка, прыгай! Да прыгай по-другому! Ой, сейчас же рубанет! Ядрить я баклажак вообще, забыл про эту атаку. Да я пил! Фласку! Падай туда. Как-то я сосредоточился чересчур на том, чтобы он туда упал. Подожди, там твои драконы стреляют эти. Воу-воу-воу, я туда чуть не свалился сам. У вас тут огонь бомбит. Пейли. Ха-ха.
Я забыл. Да скачи, как никогда не скакал! Ой. О! Подожди! Хорошо, я не буду так далеко отходить. Я почему не сужу? Потому что мне Славик выходной дал. Вот. Я на прошлой неделе насудился. Я устал. Я хочу отдохнуть. Мне нужна цибуля на голове. Да еще мне просто часа через два надо будет ехать. Поэтому я не стал. Что-то я вспотел. Троли. Может, человечность скушать? Там где-то лежат мои 18 тысяч. Извините, мне некогда вот с вами тут разговаривать. Вон они. Да успокойся, ты чё резвый такой, как... Селёдка с молоком. Я же увернулся. Опять сюда добегать. Магом? Да, в принципе, играют. Но я не умею за магов. В какой-то из частей даже говорили, что типа за магов вообще на изи проходить. Я не помню про какую, но говорили, что за магов легко, наоборот. Может, это, конечно, было про вторую часть? Да не, она не дурацкая. Никитка не умеет. Короче, ну их нафиг, эти души. Пусть там валяются эти 18 тысяч, они тут с одной локации фармятся. Пару раз пробежаться. Давай, чё ты? Рубанул. Так, тихо. Это я помню. Рано. Сейчас тоже было рано. Не-не-не-не-не-не-не! Да я не допил! Ударю сейчас!
Драконоборец. А, во второй, вон, Сайлент пишет. Я не рупошник, я рукожопник какой-то. Не, ну с каждым разом-то прогресс все четче и четче на лице. Между прочим. Правда, все жарче и жарче становится. Так я-то не за мужика играю, я за женщину с цибулей на голове. Еее! Ноль душ из нулей! Из нуля. Из нулю. Оп! И мимо. Та обманочка была. Получил. Спасибо. Я так понимаю, это сдача была. Шрамы украшают цибулю. Да, сейчас бы цибули. Баф-бабах. И мимо. Вот же дятел. Это я про себя, не переживайте. Так, значит чё? Значит чё нам надо? Мы что это такое? Берём, собственно, чё мы берём? Уголь берём, уголь. Где-то был уголь. Натираем себе лицо углем. Да. Так, чуть побольше уже стал, хорошо. Потом берём, значит чё? Порошок для починки. Пилюля. Поглощение урона. Нет, нам не поглощение. Нам нужно какашечки. Нет. Нам нужно намазать себе магию. Что значит магия? Накладывает магию на оружие. Тьму. Яд. Поджигает. А на сколько? Минут на 5, я думаю, да? Разрывающий эффект к оружию в правой руке. Да, давай, чего нет-то? Разрывающий эффект. Быстрее, 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 быстрее. Сейчас как мы его разорвем. Я готов, скотина. У меня слюни по подбородку потекли. Давай, пес. Сейчас я тебя разорву. Секундочку. Все, давай дальше. Ха! Что, тебя что не разорвало? Давай! На! Ты чё не разрываешься? Ты вообще как бы, ну, планируешь разрываться? А? Ой, рана! Рана на сердце! Лежит. Ну, почему лежит-то? Да, сейчас бы, короче, прыгнуть после того, как тебя ударили. Ага.
хороший план. Так, я помню, отходим. Second stage! Упс. Рано! Да хватит щитом мне по морде наебать! Ой. Это ты как сделал? Что это за магия? Вот это я что-то прилип. Стопэ! Стопулечки! Ждемсики! Оп! А, ты еще что ли? Блин, да подожди. Кстати, как-то у него эффекты не разрывающие. Ах ты тварь! Я ж тебе треть хп снес. Короче, разрывающий эффект — это фигня. Особенно если внутри этих доспехов никого нет. Ведь написано «доспехи». Значит, они просто магические. И внутри там ничего. Как их можно разорвать? Правильно? Правильно. Нужна белая магия. На улице кто-то, судя по всему, тоже в Dark Souls играет. В песочницу перекатывается. Это не туда полез я. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Магия. Я почему-то думаю, что она зависит от того, насколько прокачана у меня вера. А нету, смотри-ка, чуть побольше наносим ему урона. Ой. Прям цибулей, короче, поймал. Щит. Я увидел циферку не 290, а 308, и такой: о, скорее рубить! Надо небольшой перегрибчик сделать, я отойду ненадолго и скоро вернусь. Далеко не расходитесь, можете пока на каналы поподписываться. На какие-нибудь, на Twitch, например. Задонатить там на какую, на Ринджит Сити, да, ну мало ли, а вдруг вам очень хочется. Использую магию земли, заклинание. Подожди, сейчас. Использую магию земли, заклинание называется огнетушитель. Берешь противника, переворачиваешь его головой в твердь. Ага. Он меня переворачивает обычно. Так, ладно. Минут через 5-10 вернусь.